Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героев. Ну что, у нас закончился сезон. Давай забирать наши награды. 7 паков должно нам выпасть. И, конечно же, вскрываем, ребят. Сразу же смотрим, надеемся, что нам выпадет легендарная карта. Так. Так, давай только мне не очень много необычных, пожалуйста. Ну, почему ты так много мне даешь необычных? Ну, все понятно, ребят, короче. Забудь о легендарке. Ё-моё, еще и редких целая куча. Мега-редкие, блин. Легендарка? Ребят, я вам скажу следующее. Нет, легендарка хорошая, вот эта вот. Я ничего не говорю. Но дело в том, что у меня их фулл комплект. Фулл комплект, это значит, что все 4 карты у меня есть. Так, ну что, мы переходим с тобой, ну, а 20-й ранг? 30-й, конечно же. Так, друзья мои. Сразу же, наверное, разберем все, что у нас из дубликатов. На 1880 энергии. И находим с тобой ту самую легендарную карту, которая сегодня нам выпала. Это... Что ты делаешь, Рэй? Что ты делаешь? Вот он, друзья. Я вспомнил, ребята, я одну карту деребанил уже. Точно, я деребанил одну карту для того, чтобы какую-то новую Лего открыть. Не помню, правда, какую. Теперь у меня... Вот теперь у меня действительно фулл. Фулл комплект получается. Ну да. Так и выходит. Ну что ж, друзья мои, тем лучше для нас. Ну что, битва. Ежедневочки. Выиграйте игру мега выросшим растением героем. Мега выросшим. Слушай, а мега выросший зомби герой. Подожди. Подожди, не понял. Растение-герой мегавыросший, это у нас зубостезила или кто? Давай-ка мы глянем. Зубостезила. Ну. Вот это что означает? Мегавыросший, да, елочка, ребята, это и есть мегавыросший. Давай посмотрим тогда. Вот строна нет, здесь нет. За капитана Огонька не получится у меня. О! Бонг чуй, друзья мои. Ну что, давай попробуем. Бонг чуй у нас идет тоже мега выросший растение. Так, сезон только начался, ребята. Буквально прошла минута другая. Уже лучше. Ох, сейчас я нахватаю звездюлей, друзья мои, если бы только знали. А почему? А потому что сезон только начался, ребята, и все высокоуровневые персонажи начинают с нуля. Ну, конечно, он не будет на 5-м ранге, он как минимум будет на 30-м. Но, тем не менее. Так, неужели он хочет меня хлопнуть? Вот такая, ребята, у него тактика. Вот такая, друзья мои, у него тактика. А там будет сумоист? А там будет сумоист, друзья мои. Давай проверим. Твою налево, нет никакого сумоиста. Нету тут никакого сумоиста, друзья. Нету. Черт бы их побрал, а. Ну, даже не знаю, что сделать. Можно, в принципе... А вдруг у него валун есть? Давай так попробуем.
У него уже может быть флакон. Он у него и есть, друзья. Он у него и есть. Что это? Так, кого же мне хлопнуть-то в первую очередь? Этого чудика. Там, наверное, будет сумоист, скорее всего, друзья. И я это... Шаманство? Ёк-макарёк. Так, восстанавливаю здоровье. Ох, сейчас я получу звездюлей. От души называется. Давай сделаем так и вот. Ну, у него, наверное, ребята, очень много заклинаний должно быть, по идее. Верно? И вирус. Почему же я не удивлен, а? По-моему, ребят, мне хана. Инфестер 5-го, блин, уровня, ребята. Понимаешь, инфестор 5-го уровня. Чё мне тут сделать? Серьезно? Да походу, что все, друзья. Приплыли мы. Похоже, что приплыли. Ну, он пробьет. Пробьет лицо тут, как ни крути. Заклинание он вряд ли будет применять. А мне кранты. Может быть, друзья мои, повезло ему, но... Этот преднамеренно здесь стоит, потому что, ну, он его изначально поставил, так? Так, и полагаться на то, что это случайность, вряд ли. Но 5-го уровня, ребят. Вот это вот, да, вот это уже high level. Сейчас меня, ребята, ух, тряхнет, так тряхнет, скорее всего. Скорее всего, сразу же разнесет. Скорее всего. Посмотрим. Ну, понятно, он никого не стал ставить, потому что у него есть призов. Ну, не сейчас, так потом будет. Дополнительная энергия, ну, понятно. Сейчас начнется, да? Он очень много энергии набирает. Для чего тебе так много энергии, парень? М? А вот даже когда?
Интересно. Ландшафтик, ребят, заменяем. Конец сезона записывается? Конечно, записывается. Так, на что мы рассчитываем? На свой ландшафт? 7 энергии у него, да? Обидно-то то, что мне не поставить ничего, ребят. Три в лицо сейчас получу, как я не знаю кто. От этого хламона три в лицо прилетит. Гриб. Как ты недорог, а, парень. Вирус у него опять, что ли, будет? Он меняет на надгрубие, ребят. Он поменял на надгрубие. Так, ладно, 7. Блин, гаденыш, а? Так, ну что, орех тогда, наверное, ставить надо придется. Поставим так. Плюс вот так. И все, пока. Проскок. Превращает на одну карту дороже. Ага, 3-4. Он, ребята, за добор за свой трясется. Так, он трясется за свои доборы. Телепорт ставит. Мы уничтожим это надгробие. А нет. Это была его надежда, да? Это была его, ребят, надежда на вот это вот надгробие, за которое он трёсся. Так, ну что, нам еще ровно половину, ребят, нужно практически насобирать. Давай сыграем за... Давай сыграем за бесенка. Я не знаю, ребят, на этой лиге, наверное, за бесенка будет сложно. Точнее, не на этой лиге, а именно в моем сейчас. Слушай, а куда я сухарики дел? Ой, не сухарики, а чипсы. Как, куда мои чипсы делись, друзья? Я хотел, на самом деле, я хотел сделать стрим сегодня по игре. По этой. Вот по этой игре стрим. Такой хорошенький. Но дело в том, что у меня нету чата. Я не могу, ребята, читать чат. Мне нужно выставлять программу, как-то ее еще настраивать. Думал, что это, ноутбук подключить. А у меня, прикинь, у меня вот куча мышек. Вот ты не поверишь. Вот у меня целая куча мышек всяких.
Есть такая, есть такая. Есть такая. Но у них... Хотя я... Нет, нет. У них нет, друзья мои... Штекеров. Ну, ты понял, о чем я имею в виду. Что если я вот так вот сделаю? Бомбанет он, интересно, или нет? Фруктовым миксом. А, у него фруктовый микс не получится, ребят. Фруктовый микс у него здесь не выйдет, потому что... У него только одна энергия. Фруктовый микс, он стоит две энергии. Что-то очень быстро уходит у нас... Васик наш. О, видишь, что он делает. Ну, в принципе, это не страшно, ребят. Я все равно ему прибавлю силы потом. Зато я знаю, что он теперь потратил всю энергию свою. Пропустим ход. Даже так. Я же могу поставить этого парня, да? О, хорошая, ребят, карта. Он в надежде на то, что он здесь передохнет? Нет. Нет, ребятушки, он здесь не передохнет. Во-первых, я сделаю вот так. Ну, а во-вторых, я что сделаю? Силу, наверное, прибавлю ему. Поехали. Поведется или нет, как думаешь? Повелся. Но этого уничтожит. А, этого. Три в лицо в любом случае получит. Давай так сделаем. Побежал за здоровьем сразу же. Пускай бежит, ребят, куда хочет. Я, наверное, еще сделал, знаешь, что вот так вот, чтобы их сразу двоих пробить. Он, правда, сейчас блок сработает. И он кого-то бомбанет, скорее всего, да? Нет, приберег картишку. Давай так сделаем. Уничтожает зомби на земле. Так, три и... Он никого не стал ставить. Фиг с ним. Девять здоровья мы ему оставляем. Прекрасная карта, друзья мои. Даже так. Ну давай. Выставим, если что, вот этого. Ай, подожди, куда же ты его выставишь-то? Ты его не выставишь. Так. Был все-таки, ребятушки, у него фруктовый микс.
У него был, ребята, фруктовый микс. Способность команды — это плохо. Двоих. То есть, я так понимаю, у него больше... Оу! Так, ребята, это уже не смешно. 10 в лицо сразу же, это... Сам понимаешь, что больно. Он сам себя, правда, убьет сейчас. Да ты достал со своим восстановлением здоровья уже, господи. У него 4 карты, у меня 2. Так, у него осталось 3. И здоровье у нас почти одинаково, ребят. Ты, блин, серьезно? Ты со своей кукурузой просто заколебал. Я даже делать здесь ничего не буду, ребят. Интересно. Ну почему ты вот, гаденыш, не сюда встал, а? Ты смотри, что творит. Да ты хорош. Все, ребят, хана. Не повторяй моих ошибок. Моя ошибка была, знаешь, в чем? В том, что я поспешил поставить второй ландшафт. Вот это была моя самая большая ошибка здесь, которую я сделал. Если бы я не поставил бы этот бы ландшафт, второй сразу же, я бы перекрыл ему. Ну ты понимаешь, да, о чем я? А я тупанул. И за это, ребята, я поплатился. И за это я поплатился ошибкой. Ну вот, то, что вот я ступил, так. За это я, друзья, поплатился. Будет мне уроком. Будет, ребята, мне уроком. Мне такое ощущение, что я сейчас играю как будто бы на этих. Колоды как будто бы на пиратах. Ну, я уже давно на пиратах не играю, если честно. И... Смотри, что он взял. Цветочек себе взял. Так, он хочет буститься, да? Ну, ускоряться. Мне пока даже поставить нечего, ребят. Единственное, что я могу заморозить, чтобы не получить урон. Но... Или поставить ландшафт. Да, наверное, придется вставить ландшафт. Надеюсь, у него нет цветочного ландшафта. У него зато может быть могилоед. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, ребят. Так, хорош. Но почему ты сюда-то поставил? Хитрён, матрёна. Да ты серьезно, что ли? Он серьезно, ребята, бустится.
У него, блин, все по-серьезному. Но могилоед... могилоедов... И даже не пробил. Я ничего не могу сделать сейчас. Я все равно тебя заморожу. Я, правда, не знаю, кто вот здесь, ребята. Да, тут двоякое. Ну кто тут выпал, твою налево? Давай так, наверное, сделаем. И... и что? И все. Ну, хильнет он там, или что у него там есть. Лишь бы не барьер, ребят. Слушай, по-моему, я фигню сейчас сделал. Он пошел в основном из-за него. Короче, ребят, мне придется уничтожать самого себя. Пробьет, как думаешь, лицо? Крах! Просто крах какой-то, ребят. Несусветный крах. Три в лицо ему надавал. Причем он работал, играл не на хилах, он играл на прочерках. И он меня сделал. И он меня просто сделал как сосуночек, понимаешь? Они меня теперь будут доставать своими орехами, что ли, а? А я вам, ребят, говорил в той серии, в предыдущей, что в мете идет орех, идет бонг-чой и роза. Но это в зависимости от за кого ты будешь играть. Скажем так. Поставил он почему-то орех сюда. Да дай ты мне путевую эту легендарную карту. Ну фиг ли ты мне вот эту. Мне от нее, ребят, ни холодно, ни жарко от этой карты. Вот я ставлю специально. Посмотрим, клюнет, нет? А ты... Я еще думал, блин, поставить этого или этого? Нет, блин, поставил этого. Ну что, бомбанем тогда? Вот как он сейчас разыграет партийку? Вот самое, ребята, что интересное, ну, по крайней мере, для меня, когда ты начинаешь вот новый сезон, ты для себя много чего подчеркиваешь, в плане того, что... Ох ты, прокачивает этого. Давай так вот поменяем. Понятно, что и этот погибает, и мой погибает. Ну, у меня пират остается. У меня остается пират. Ну, давай. Но эту мы явно пакость уничтожим. Она нам здесь не нужна. Потому что он две энергии возьмет, да, это будет плохо.
Давай проверим. Ладно, на первый раз я его заморожу. А потом что делать будем? Он-то меня не пугает. А, вот, вот теперь уже, да, уже. Поехали. В принципе, этот орех можно даже и не трогать. Ты жук, он смотри, что делает. Смотри, ребят. Конечно, вот этого замораживаем. И сейчас попробуем сдуть. Я надеюсь, этот сдуется. Орех, блин. Сдувается, ребята, орех. Ты под... Ну как вот можно так играть, ребята? Ну сдувается вшивый, говнючий орех. Ты понимаешь, я ничего не могу сделать сейчас. Только замораживать его. Мне зомби этот не поможет вообще никак. Ну, я имею в виду зомби в бочке. Да у него карты, я так понимаю, нормальных нету. Угу. Замораживаем опять же этого и смотрим. Дайте мне, пожалуйста, поменять ландшафт, а? Помидорка. Кстати, ребята, у него заканчиваются карты. Ну, понятно, понятно. Я же так тоже не могу вечно драться. Да на черта мне сдалась твоя, блин, вот это вот трихомудия, вот ты мне объясни. Мне иногда кажется, ну, это, конечно, ребята, что вот, знаешь, вот, когда я начинаю проигрывать, кажется, что игра просто против меня идет. Всячески. Вот всячески идет против меня. Ну, ну, ну какой плавун, твою налево. Ну какой плавун, ребят, ну. Плавун. Где ландшафты? Где ландшафты? Тебе выпал, Олега, негр. Ты потом увидишь. Ты потом все увидишь. Я не могу ничего сделать, ребят. Все, это, короче. Они не дают никак. Нормально. Они мне не дают нормальных карт, ты понимаешь, в чем дело? Не дают, твою налево, блин. Он уже остался без карт. Понимаешь, он остался вообще без карт. Он сейчас вытянет там что-нибудь себе там. Ну, и что? Что мне это дает? Да ничего. Он его зачем-то взял, ну ладно, пускай. Так.
Неужели я так и не найду ландшафта, а? Мне две. Это хорошо, что тебе выпало две. Так, этого бомбим, ребят, чтобы не было добора просто-напросто. Урон все равно здесь по барабану. Я думаю, ты понимаешь, да? Ох, если я сейчас вытяну ландшафт, то я... Есть! А, фигли есть, ребят. А фигли есть. Слушай, подожди, это защитник, да? В блок, твою налево, в блок мы ему бьем. Что тебе? И вот он набрал, ребята, картишек. И вот он набрал тебе картишек. Твои подсолнухи там, блин. Кому они, блин, нужны вообще твои подсолнухи? Я даже пробить никого не могу. А он сейчас будет набирать карты потихоньку. Это прям бесит, ребят. Так, блин, ну ч... А, ну если только зомбот вдруг вылетит. Вдруг. Ну это... А он никуда не вылетит, ребят. У меня нет места тут для зомботов. Дешевая фигня, блин. Ну как это назвать, а? Это называется только одно, ребята. Не позаботился о каких-то там, я не знаю. Нет, ну этот был, конечно, он выкинул. Ну и что? Да ты серьезно, я не могу, ребята, пробить. У меня нет ландшафта, блин. У меня как... Сколько у меня было ландшафта? Два? У меня было два ландшафта, так? Да пускай хоть заложит этими грибами. У меня... Сейчас 6 в лицо влетит. Ой, чудила ты несчастная, господи. Я знаю, что одна карта... А, он еще и здоровье себе вспомнил. Ну и чё мне твоего зомби, блин, в толчке, блин? А от зомби в толчке ровным счетом ничего, ребят. Опять заморозка. Опять, друзья мои, заморозка. Это будет, это, прикинь, у нас уже 23 энергии, ребят. В этой колоде у меня зомбота нету. В этой колоде у меня вообще ничего нету, кроме вот этих попрошаек. У меня здесь она рассчитана на... Я просто жду, друзья мои, я просто жду, когда мне выпадет... Если выпадет, конечно. Мой ландшафтик.
Я думаю, ты понимаешь, о каком ландшафтике я сейчас в данный момент вообще говорю. Если он выпадет когда-нибудь, то все, то ему кранты. Если не выпадет, ребят, ну, что ему? То не выпадет. Так, привет, Рей. Егорчик, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Господи ты, боже мой. Все, все вылетает, но не то, что мне надо, ребят. Но не то, что мне надо. Все вылетает, но не то, что мне надо. Что-то помидор ты используешь, он у тебя фулл хп, блин, помидор он использует. Ну, сейчас начнется опять добор. Есть! И есть, друзья мои, блин, на свете счастье. Так твою налево. Ладно, черт с тобой. Блин, я же не пробью его. Слушай, ну за помидорку мы вытянем карту. Хе-хе. Нет уж, гаденыш. Нет уж. Я надеюсь, у него нет ландшафта на неуязвимку. Ага. Ох, как... Ребята, вот это была потрясная битва, но она меня просто на нервак вывела. Просто на... Ты посмотри, я давно не помню, чтобы мы доходили до там 30 энергии, чтобы 30 энергии почти было, ребят, в запасе. Я такого не помню. Ну что, давай попробуем сыграть теперь за мою, так сказать, нелюбимую бессмертию во всех пониманиях искусства. Она моя нелюбимая. Потому что я за нее не умею играть. Но мне всегда хочется научиться, попытаться как-то, по крайней мере. Ну, давай попробуем. Вот, видишь, что он делает. Возьмем карту, ребят, с вами. Возьмем? Я думаю, возьмем. Надо брать карту. Нам нужно взять карту. Да хеллоу, хеллоу, уже заколебал ты уже. Я даже ничего не буду, пока ничего не буду делать. Ну что, там опять будет хеллоу вякать, или что?
Слушай, это не читерок ли случайно опять тут выявился у нас, друзья? А? А нет такого у тебя предчувствия, что это читер? Раз, два, три, четыре. Это уже третий, да? Хорошо. Давай посмотрим дальше. Четыре, четыре, восемь в лицо. Блин, семь хп остается. Нет, друзья мои, это, по-моему, собственной персоной. Да сколько у него этих орехов-то? Ты извини, конечно, меня, но это... Но это же трэш. И смоется, да? Курица ты... Все, ребята, это читер. Это читер собственной персоной. Это бесполезно. Куда смотрят разрабы? Ёпрасеты, эти читеры, блин, кругом. Они заполонили уже все, блин. Ты понимаешь? Просто заполонили все, блин. Он гриб, ну и что, что гриб? Нет, ну, и, ребят, я понимаю, конечно. А, он и себя уничтожил. Ну, ему край. Ну, я с одним хп... Я даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Что за конфетка? 1-3-3-1. Ребята, он не мог столько набрать вот этих вот супостатов. Ну не мог, ты пойми, не мог он столько их набрать. Не мог. Друзья, это читер. Он подобрал... Это... Он подбирает не всю колоду. Он подбирает, сколько вот он их взял. Да дофига он себе их в колоду засунул и перемешал это. Поэтому ты можешь сейчас со мной спорить или не спорить. На везение, не везение. Я не поверю, чтобы ему на протяжении... Вот сколько мы играли, вот поединков. Ему практически каждый ход выпадал именно... Горох вот этот вот, да? И помимо того, что, ну ладно, бог с ним там этот, ему еще выпадали суперудары именно под меня. Но этого не может быть. Ладно, ребят, сейчас 5 секунд и продолжим. Ребят, я вернулся. В общем, знаете, что меня больше радует в этой игре? Что все-таки люди в нее играют. И это очень-очень приятно. Очень приятно, на самом деле. Я когда... Я думаю, что многие, наверное, помнят. Когда вообще начинал в нее играть, в эту игру, мне, как бы тебе сказать, вообще ничего было непонятно. Просто ничего не понятно было. Вот, и...
что, повторение, что ли? Не могу понять. Или что? Сейчас посмотрим. И когда вот я убеждаюсь, что... Извините. Что очень много людей все-таки в нее играют. Ну, это приятно на самом деле. Так, ну что? Что? Только не говори, что тебе там еще орет. Как мы... Как тебе сказать-то? Это заклинание. Я пропущу, наверное, ход. Интересно, у него могилоед есть или нет? Как думаешь? Ну, у него кое-что похуже. На заклинание, что он собирается играть? Если я, например, сделаю вот так. Ну ты сейчас серьезно, гад? Я даже не знаю, что... Я, друзья, все понимаю, что вы хотите сказать, что это случайность, но это не случайность. Ну просто это не случайность. Что ж ты мне вытянул-то, а? Два по земле. Какие, блин, люди в Голливуде. Прикрыться есть чем? Нет. Раз петрушил. Не знаю, ребят, но здесь мы не успели поиграть, потому что, ну, три ореха он сразу выставил. Три. Я буду играть до тех пор, пока я не выиграю этой зубостизилой. Извините, ребят, какая зубостизила? Бессмертие. И в основном, копируют, знаешь, какие карты? Копируют карты именно либо на бабах, либо вот на этих горошинах. Большего я пока, ребят, не видел. Ну, давай проверим. О, есть у него там солнечный удар? Солнечного удара у него нет. Мне от этого не легче. Мне-то от этого не легче, друзья. Он на прочерках собирается играть, да? Он на прочерках, по-моему. Точно, друзья мои, я как в воду глядел. Прилетит, по-моему, мне сейчас в лицо. Но Джека я смогу убрать. Даже выставляя вот эту вот, я смогу его убрать, Джека.
Опа. Опа. Это что, маленькие друзья? Это что-то новенькое. Так, ладно. Есть челюсти. Я пока пропущу, наверное, ход. Что-то пахнет керосином, по-моему, да? В любом случае я смогу призвать. О, о. Так, ребят, поехали. Два, да? А что, что тут? Блин, надо еще подумать, что еще и хуже. По идее, мне надо убрать вот этого. Да, навалял, не спорю. Так, он повелся на этого. Плюс ну ты понял. Мне дали призрака. Слушай, мне дали... Блин, мне дали призрака. Офиг ли мне призрак-то? Теперь надо от этого отбиваться. Семь энергии. Да хорош, пацан, ну. Твою налево, ты прикинь? Ну тут, тут, ребят, справедливо все. Прям... прям справедливенько. Никаких претензий вообще нету. Абсолютно. Так, заблестезило. Ой, блин. Бессмертие, давай-ка мы с тобой... Я даже не знаю, что мы с тобой. Ну, давай вот эту вот возьмем колоду. Номер 4. Посмотрим за нее, ребят. Должен выиграть. Тридцатый пока ранг сохраняется за нами. То есть мы ниже все равно не упадем. Как? Твою налево, я забыл взять припасы. Давай вот так вот начнем. Припасы я не взял. С холодильника, ребят. Сейчас надо будет... Ты опять за свою, а? А потом вы удивляетесь, что в топе там где-то находятся какие-то супер-пупер бизоны. Да вот такие вот бизоны, ребят, которые... Я надеюсь, что это не читер. Потому что мне, ну мне, ну ребят, ну мне неинтересно играть с читерами. Ну, я думаю, что многие, многие согласятся. Какой понт? А он два урона по лицу может треснуть, кстати. Ладно.
неплохая карта, ребят, выпала, но не то, что нужно. Ох, хорош. Че, у него бонусная атака же может быть, да? У него может быть и бомба. Ананасовая. Ананасовая. Так, я надеюсь, спасет меня кто-нибудь. Маленького шныреныша выкидываем. Которого ни холодно, ни жарко, блин. Угу. Нет, в любом случае... В любом случае, вот это уничтожаем. Понятное дело, друзья, поэтому это даже не обсуждается. Да, тут 5 в лицо получим. Я не знаю, в кого мы сейчас тут превратимся, но в кого-нибудь, в каком-нибудь лохмандея. Так. Да ну, блин, да. Как, ребят? Че, ты понимаешь сейчас, как прилетит? Ты понимаешь, что... Суперски прилетит сейчас. Да тут спасения нету. Эх, тут спасения, ребята, нет. Вообще никак. А я вас предупреждал об этом. Во-первых, я предупреждал, что идет выше, ну как, высшая лига, да, 30-й ранг. Ну, здесь даже не в этом суть, ребята. Здесь больше суть идет... Воу. Здесь больше даже суть идет в том, что... Я за бессмертие не умею играть. Я сейчас буду пытаться. Я когда-нибудь, рано или поздно, я за нее пройду. Но пока... Пока ничего, ребят, тут хорошего мне не сулит. Вообще. Так, сейчас я сбегаю за добавкой и вернусь. Я уже было потерял свою добавку, но она, оказывается, здесь лежит, ребят. Здесь лежит, рядышком со мной, родная. Опять бунгчой. Окей. Посмотрим. Хм, чипсоны со вкусом грибов. Очень даже не дурно. Перестраховался, да, парень? Слушай, у него же тоже может быть бонусная атака, да?
смотри, какой гаденыш, а. Вынуждает меня либо то сделать, либо это. Орех, наверное, у него есть. Вот я иногда ставлю карты. Думаю, нахрена ты ее ставишь? Поставил бы ландшафт, ё-моё. Нет, вот туго думишь, а, Рэй. Такую бредятину ты сейчас сделал. Ты бы мог на следующем ходу просто лупануть чего-то там. Что-то ты там мог лупануть, и все было бы нормально. Нет, вот. Он же сейчас навставляет. У него же четверочка, да? Четверочка. Вот, пожалуйста, первый. Вот и второй. Бонусную атаку. Давай в блок. А, какой там блок там? Все! Какой там блок, ребят? Тут же неуязвимость от блока идет. Как она мне тяжело дается, ребят. Как она мне тяжело дается. Я про бессмертие говорю. Ну-ка. По-моему, играли мы этой колодой. Ну, давай попробуем. Четвертый номер. По-моему, играем, друзья. Сейчас я под этим делом могу и забыть. Так. Этот парнишка уже 32 ранг занял. Ну, давай так. Вот у меня проблема в бессмертии, что у нее всего один телепорт, ребят. Она имеет всего один телепорт. Ну, точнее, я имею всего один телепорт. И меня это прям вот напрягает, если честно. Очень сильно напрягает. Ну, что-то он будет. Он будет его прокачивать или нет? Ну. Допустим. Он неуязвимый берет на одном ходу. Даже так? Окей. Так, ну я рассчитываю все-таки на броню, ребят. Вот сейчас этот чудик вылез, и мне сразу, ребята, вспомнилось. Одна штука. Интересно, у него есть бонусная атака, нет? Хорошо, что он именно сделал бонусную атаку, друзья. Вот тебе. Так, сколько ты даешь? 1-3. Ладно, ты это должен выдержать. Две атаки. Я хотел сказать, что мы этого захомячим. Мы этого не захомячим, друзья.
Он же будет прокачивать, так? Горошины. Пум. Пум. Карта хорошая, друзья мои. Очень хорошая, но как она меня спасет? Твою Петручу! Никак бы не выкрутился. Ну никак, ребятушки. Уж поверьте, ну пытаюсь вот для вас. Пытаюсь сегодня заработать 11 паков, ребят. Ну, вы уж не обессудьте, что я так вот не с пустыми руками. Ну чё ты вот. Ой, друзья мои, Роза. По идее, бессмертие — это злейший друг. Злейший враг Розы. Это я тебе как на духу говорю. Просто злейший. Она сейчас начнет выставлять свои солнышки. Еще что-нибудь. И начнется. Начнется буст. Начнется прокачка. Начнется заморозка, да? Хорошо. Три в лицо. Очень неплохое начало. Вытерпела, да? Я тебе говорил. Я говорил, ребят. И я вам лично об этом говорил, что сейчас начнется. Да фиг ли мне от твоих вот этих вот мозгов, блин. Семь. Я... Давай так сделаем. На получаю, конечно, звездюлик сейчас. Этого заберем. Ё-моё, не того забрал. Мне надо было забрать вот этого. Рычик, ну ты тупой. Это помутнение разума, ребята. Да понятное дело, что он сейчас превратит его в соплю, в какую-нибудь превратит. Ой. Да вот превратишь-то. Ну хотя бы так. Пумс, 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 пумс. Сюда поставлю. Просто уже, знаешь, как на последнем, блин, издыхании, друзья мои. Ну и что здесь за хрюндель у нас? Это у нас курочка, ряба, блин. Вот я сейчас что сделал?
Это же надо было так тупануть-то, поставить ее сюда. Ну ёпрасота, ну... Ну и чё от тебя пугало, огородные, толку? Все, друзья мои, затупил. Хуже некуда. Нахрена я ее сюда поставил? У него фуфло, посмотри, как у него фуфло лежало. У него просто, ребята, лежало фуфло. Никогда не играйте в игры под градусом. Это плохо сказывается на вас. Не, я причем... Что-то мне как быстро долбануло. Мне, ребята, не даются именно... Мне не даются игра именно за бессмертием. Я и за кадром пробовал играть. Я пробовал колоду какую-то путевую создать. Ничегошеньки у меня не вышло. То, что ты сейчас видишь, это мои пробные варианты. И я тебе скажу, что они... Они ничем не блещут. Абсолютно. Но нету в них потенциала. Я это сам прекрасно понимаю, что в них нет потенциала. Вот в этой колоде или в какой-то нету. Я хотел сделать колоду на телепортах. Но у меня, друзья, у меня телепортов, к сожалению, нету. Один, всего лишь один. А для того, что я хочу воплотить, их нужно 4, ну как минимум. Понимаешь? Вот в чем вся, в принципе, фишка-то заключается. А так? Че так? Так ничего. Пробую, как говорится, с вами. Тестим карты. Че еще тут скажешь? Ну, уберем мы это, ну и чё? Блок будет? Он слишком запоздалый. Он слишком запоздалый, ребята, блок этот. Нет, нет. Это все полная чушь. Давай, наверное, мы уберем бессмертие, поиграем без нее. Что скажешь? Ты видишь, что не складывается игра. Она просто, друзья, не складывается. Вообще никак. Тут крах. Если у него сейчас пузырь есть, он сейчас просто стрельнет мне по центру и все. Горошина, я имею в виду. Правильно, бессмертие мандражируешь, правильно, потому что твой конец близок. 2, 3, 3, 6, все. Даже 4, 6. Ой, 4. 3, 4, блин, 4, 6. Ну, что-то вот, вот что-то выпендриваешь, я не могу понять. А, ну, так вот делает. Опять же, все зависит, кто тут появится, ребят. Тут может кто угодно, может... Может зомбот, блин. Ну все, до свидания. Друзья, я, с вашего позволения, все-таки перейду на другого персонажа. Давай, так, мы за бесенка сыграли.
Давай за разгрома поиграем. Да, я давно, я за него, ребят, давненько вообще не играл, если честно. Давненько. Помню, как-то мы там спортивный колодец-то пытались сделать. И, в принципе, делали. Погоди, а чё? А чё так мощно-то? На Гаргантюа. Это, ребята, колода Гаргантюа. Это плохо. Это плохо, ребят. Вот у них мода на разгонах, да? Идти. Он же неуязвимку поставит, да, сюда? Угу. И он орехами запасся. Ты смотри. Такс. Блок-то будет? Какой тирей блок, блин. На два меньше же, да? На два. То есть, если он пять минус... Может, лучше на Android играть? Так. Прикинь, чмошник, что сделал, ребят. А, ну тогда живем еще. Тогда мы еще живем. Как тут лучше сделать-то? 5 в табло или что? Да, по-моему, тут... Нет, тут никак. Тут не выкрутится, ребят. 5 в лицо. Ну, никак. Да, тут все, крах. Ребят, почему вы пишете, что на Android лучше играть? Я играю ее на двух платформах. И здесь, и там. Вот хочешь, скажу тебе правду? Когда вот я также пытаюсь играть. А, ну у меня нет вот этого вот. У меня нет вот этого вот охламона, ребят. Как называется? Морковный дракон или как? Динозавр морковный. У меня его нету. В общем, сейчас такой момент истины у нас происходит. Опять цитрон. Ты серьезно? Хм.
Так. Так, ребят. Что-то наклевывается. Ну, посмотрим. Ой, извините, пардонче. Ладно. Бабы пошли, да? Ребят, перекрыл. Испугался. Погнали. Так, ну грибок-то превратит, да? Отлично. Вот сейчас было, ребят, прям великолепно сделано. Но опять же, ну... Ой. Это мне не поможет. А защита, кстати, не сработала. Давай проверим. Сейчас превратит в кого-нибудь или заморозит. Скорее всего, превратит. Что это? Какая-то фигня переползла. Ага. Так, ребят, они вдвоем бомбанут. Ой, как хорошо, два гаргантюа. Раз, еще и хилочку. И два. Я доволен, как удав, ребят. Так. Неуязвимость берет. Да пускай берет. Это тебе не поможет. Единственное, что да, он кого-то превратит просто в охламона, ребят. Кого? Вот этого. Так, погнали. Раз. И все, пока. Пацан, у тебя заклинашки уже закончились. Это нам пока не надо. Только не в блок. Сейчас превратит его в какой-нибудь сухофрукт. О, грибочек занял. Его место занял грибочек. Ну что, ребят, теперь дело за малым. Тюн-тюн-тюн-тюн. Так.
Ну что, а, блин, вирус, не могу, ребят. Что сделать-то мне? Поехали. Так, кого, этого или этого превратит? Бахламона. Не жаль. Вирус. Даже не вирус, ребят, а прочерк. А, подожди. Да? Ну, все, тут кранты. Я очень удивлен, что у разгрома не выпал, ребят, вот этот вот удар. Эй, психоудар, блин. Так, за разгрома выиграли. Теперь пойдем играть за... за заразительную сальцу, ребят. Ну а почему бы не сыграть нам за сальцу? Мы за нее вообще... Ты вспомни, когда мы последний раз за нее играли-то? Это уже 31 ранг получил, хламон. Этого сразу убираем. Да вы издеваетесь. И опять бунг-чой, друзья мои. И опять бунг-чой. Собственно, блин, персоны. А что там, может, бонусную атаку же сделать, да? Что он там хочет придумать? Я раскрыл ему все карты, ребят. В данный момент я раскрыл ему все карты в плане того, что... Он знает, что я сейчас хочу сделать. То, что я хочу сыграть на танцорах. Угу. По земле будет два удара? И сразу двоих, что ли, уложит? Не, вот так он делает. Не, немножко по-другому он сыграл. Ну ладно. Типа сравнялись, да? Ха-ха.
Вот это, ребята, фокусы. Фокусы, блин. 3, 2, 5. 7 хп остается. Заколебал, а? Ты как тут, блин, вылез? Ребята, хилов у сальцы нету. Нету, ребята, хилов у сальцы. Зарази... Ой, ну да, у заразинца. У нее нету просто, я не смогу отхиляться. Даже если... Ну что делает? Ботаник. Лучше не придумаешь, блин. Ну тут край, все, ребят. Сейчас два лицо прилетит. И от хиляющего удара я не получил ничегошеньки. Получил двух, да, точнее даже не двух, а получил я капельку. Ну ничего, ребят, до 300 еще немножко. Еще немножко, буквально, да дофига. Дофига, на самом деле. Меня, знаешь, что больше всего нервирует в этой моей команде? У меня нету вот этих вот танцоров из надгробий, которые увеличат мою атаку. Вот их нету. Хочешь не хочешь, меня это прям вот напрягает. Меня вот прям вот вымораживает. Это вот выбешивает меня. Отлично. Мы же его хлопнем? Конечно, хлопнем. Только вот когда? А когда мы его хлопнем? Две молнии. Ха! Я понял, ребят, что это за команда? Ой, команда. Три же лицо, да? 3, 4, 7, да? Как раз. Я могу даже... Ну, давай так сделаем, фиксер. Глупостью стормозил, конечно, ребята. Против бонусной атаки. Сейчас хильню... Нет, я думаю, хильнется. Бонусной атаки мне же не светит, да?
Хьюи. У него же сейчас блок сработает, ребят. И все? А нет, не все. Не все, ребят. 5. Ну ладно, поехали. А вот сейчас работает блок. И все? До свидания, гаденыш. Все было хорошо. Ну, все равно, ребята, за бессмертию, блин. Будь она неладная, а. Тяжело играть за бессмертию. Давай попробуем сыграть. Ребятулечки, это вот эта легендарная колода. Правильно, против легендарной колоды сразу надо выставлять мне кого? Картиночку. А почему? А потому, что это картинка, блин, понимаешь? Да хорош! Ну, давай так попробуем. Так, мы против морковки. Мы против морковки. Деремся. Да ладно. А все, ребятушки, запасик мой закончился, НЗ-шный. К сожалению. Давай посмотрим. Вот так. Ничего не могу сделать. Абсолютно, друзья. Он на что рассчитывает? На свои вот эти вот поганцев этих? Я сейчас ушатаю их. Он, наверное, догадался, да? Догадался, плешивый. Кто там, Роза? Давай. Оу! Вот это ты, да. Ребят, я на самом деле не думал по поводу гриба. Ну что, он так сделает. Ну сейчас ему крышка. Наверное. Я посмотрю. Да? С этими распрощаемся, ребятами. А с этим мы поговорим чуть позже. Да, я понимаю, что все там. Угу. Три.
Я хочу убрать его, естественно, ребят, с поля нашего зрения через ракету. Так, как тут лучше сделать-то, чтобы не ошибиться? Я, наверное, стормозил, друзья. Причем крупно. И если... Так, ладно. А если так? Понятно, в блок. Ну, сейчас кого он здесь поставит или здесь? Неизвестно. 6 энергии есть, в принципе. Ставь кого хочешь, не хочу. Он активировал хилку. Ребята, он активировал хилку. Я тоже активируюсь. Сладкая малина, ребята, на губах. Так, 7, да? Некогда выставлять, давай так. У него сейчас один шанс вот сюда поставить кого-то. Он вирус. Какого кактуса ты делаешь? Ну, ё-моё, он сейчас... Друзья мои, вирусы по нему плачут. Вирусы. У нас неизвестность, да? 2, там 6. У нас есть водоплавающий. По-моему, водоплавающему кранты, да? Или как нам лучше сделать? Давай посмотрим. Влупил. Четыре, три. Семь. Блин, ты серьезно? Рэй, ты, блин, серьезно?
Тут фейлом пахнет, блин. Ну, что там у тебя? Только не перемещение, ребят. А, он не может переместить сюда, сюда тоже, не сюда тоже. Все, ему край. До свидос, молокосос. Так всегда, ребят, когда ты выигрываешь, ты чувствуешь себя просто, знаешь. А когда ты проигрываешь, ты как всегда... Паника, ребят. Неужели, друзья мои? Ну вот оно, вот оно, вот. Вот из-за чего я страдал за зубостезилу, блин. Фиг знает сколько боев, только ради вас, друзья мои. Только ради вас, только ради того, чтобы мы с тобой открыли паки. Давай. Какая, блин, новая коллега? Куда ты лезешь, блин, Рэй? Ну-ка, ну завязывай дурака валять, ну что ты, блин? Давай, так, смотрим. Нам нужны, что нам нужны? Нам нужно дофига чего. Но я буду сейчас, ребята, немножко... как сказать тебе? Вот этот парень мне нужен. И вот этот. Поэтому я и беру. Все, ребят. 11 паков. Ругайте меня, не ругайте. Я сделал свой выбор. Мне нужно пополнять коллекцию, ребят. Слушай, а необычных очень мало. Так. Мегаредки пошли. Давай, только мегаредких не надо. Мне целую там 5 или 6 штук давать. Легендарка. Пошла, родная моя. Ну это и все. И все, блин. Ну что это, ребят. Ну, это называется... Иди ты в опу, Рэй. Вот как это называется, ребятушки. Ладно, друзья мои. Было приятно с вами посидеть. Хотел сказать, пообщаться. Ну, я сам с собой пообщался. Дословно. В общем, всем удачи и до новых скорых видосиков.